После резекции толстой кишки прошла химиотерапия, прошло 3 месяца, онемение, стоп, холодные и как подушки, хотя внешне все нормально, боли, онемение, подушечек пальцев, прописали витамины группы В. Да, это больше такая неврологическая проблема, есть некоторые неврологи, которые немножко этим занимаются, специализируются на лечении таких осложнений, хотя конкретного, вот таких конкретно специалистов, наверное, нет. Бывает, что и после, спустя полгода после химиотерапии такие осложнения продолжают и даже усиливаются, вот такие вот чувства онемения или гиперчувствительность подошв и ладоней. Это неврологическая симптоматика, связанная с тем, что химиотерапия воздействует на окончание нервов чувствительных, и вот возникают такие проблемы.